выглядит вавельский замок со стороны Вислы. Это уже была последняя линия обороны. Перед ней еще стены. Отсюда, кстати, практически ничего не видно. А стены тут толстые. Глубина окна там как минимум 3 метра. Это уже, судя по всему, это было сделано. Эти проемы были сделаны после того, как замок перестал выполнять свою функцию, когда стал обычным дворцом. Дворцом польских королей. Здесь видно, что выбито отверстие, выложено кирпичом другого цвета, так небрежно, скажем так. Ну как-то так, я не знаю, как оно тут раньше было. Наверняка тяжело было забраться, но раз в средние века брали такие крепости, значит, не такие же они неприступные были. Заварийский замок, в принципе, особо ничего не было сказано. Брали его или не брали. Этого я сказать не могу.